Здравствуйте, дорогие моему сердцу, подписчики на канале YouTube. Очень рада нашей встрече. И сегодня хочу вам показать, знаете что? Тазик вот с этим кувшином. Знакомая картинка? Я думаю, что да. Потому что когда вдруг у нас нет воды, и мы в условиях, где вообще не может быть воды, но есть электричество, можем позволить себе нагреть только ведро и вот таким образом как-то умыться там и помыться. И, естественно, постираться. Но я хочу сегодня рассказать не об этом. Сегодня маленький модный показ. У нас компания Bion, о которой вы уже знаете, она представляет вот электроприбор очень качественный, инновационный, разработанный с учетом пожеланий покупателей. Здесь все время меняется и внешний вид, и внутреннее содержание. Предыдущий душ, который я вам показывала, вы знаете, в прошлом году он был просто незаменим. Ну, как всегда, в городе отключают воду горячую. И что нужно делать с маленьким ребенком, которому там 3 месяца, и его надо купать ежедневно, еще и подмывать ежедневно. Да и вообще даже посуду помыть нечем. Это все в тазике чайником. И я вам скажу вот что. Тот душ отработал на 100% и работает до сих пор. Он и купал ребенка, и мыл посуду, и все на свете. Вы знаете, вот у этих душей есть одна особенность. У них вот такой вот замечательный тазик, куда можно сложить, там, знаете, и мочалочку, там и все на свете. Но еще можно и помыть посуду, и постирать белье, потому что это правда очень удобно. Вот этот душ, эта модель, я вам прочитаю, чтобы не наврать. Значит, автоматический мобильный душ Bion, так называется компания, и она вот выглядит на всех картинках с таким красным сердечком. Значит, душ Bion, модель MS-60L. Что это значит? А это значит, что это душ автоматический с очень хорошей электрозащитой. Вас никогда не ударит током. Вы можете нагреть воду до такой температуры, как вам хочется. Сюда вкручивается специальный шланг для автоматической подачи воды. Автоматической. И автоматическое включение и отключение есть на этом дисплее. Вы понимаете, что это такое? Это значит, что если вы нажали кнопку автоматической подачи воды и автоматического включения, значит душ сам от источника воды будет ее набирать столько, сколько надо. Вот это все изготовлено из нержавеющей пищевой стали, то есть никаких отравлений, никаких там высыпаний на коже быть не может. Все продумано до мелочей. Значит, это высокопрочный пластик. Высокопрочный и абсолютно безопасный. Внутри этого душа есть бачок. Причем, посмотрите, хочу, чтобы вы это видели. Бачок и нагреватель находятся на самом дне. Нагреватель очень большой. Он тоже выполнен из нержавейки, как мы любим говорить. И вот знаете, что интересно? Как бы вы ни старались запихать куда-нибудь руки или какую-нибудь тряпочку забыли, вот ничего никуда не запихается. Можете даже не надеяться. Здесь все совершенно продумано и абсолютно безопасно. А знаете, почему мы в бане? Ну, кто-нибудь догадался? Да потому что летом, когда в Сибири температура 40 градусов за бортом, то топить баню просто бессмысленно. Это только когда наступит прохлада. Но мыться-то надо 5 раз в день. Поэтому этот душ нагретый до 25 градусов, а это самый вообще кайф просто, а не вода. Она такая чуть тепленькая, прохладненькая. И зайти ополоснуться сюда неоднократно, это просто святое дело. Хочу сказать, что вот для любого помещения этот душ очень хорош. У него есть очень замечательный... Есть колеса, они такого хорошего, как это называется правильно, хорошего устойчивого хода и абсолютно не гремят, и абсолютно не царапают ничего. Есть ручки, за которые можно перенести его, поднять, переставить, но находясь вот в таком помещении, да, или просто у вас там какая-то веранда, где вы можете себе позволить помыться, ну, поддончик какой-то можно купить, знаете, для души, который вообще классно, и поставить его рядом. Здесь очень хорошая лейка. И опять хочу повториться, как в тот раз. Здесь есть фильтр.
Вода, проходя через фильтры, а здесь их два вида, она будет абсолютно чистой и безопасной для вас. Если вы захотите приобрести такой душ, ссылка на сайт изготовителя под видео. Там написан и адрес, и телефон, бесплатный звонок по России, однозначно для всех регионов.